Рыбная карпаччо. Прекрасная холодная закуска. На этот раз готовит муж, а я получаю удовольствие. Берем сок от половины лимона. 3 ложки оливкового масла и смешиваем с лимонным соком. Кисточкой смазываем дно плоской тарелки, на которой вы и будете подавать вашу карпаччо. Берем свежую, немного подмороженную морскую рыбу. У меня горбыль. Все ее называют сибас. Нарезаем тонкие кусочки, примерно 200 грамм. Подмороженную рыбу намного легче резать. Для рыбного карпаччо подходит только морская рыба. В речной рыбе очень много паразитов. Но рыбу вы можете брать абсолютно любую. Главное, чтобы она была морская. Аккуратно выкладываем рыбные слайсы на тарелку в один слой. Сверху немного смазываем соусом из лимонного сока и оливкового масла и посыпаем крупной солью. Берем зеленый лук, укроп, редиску и орегано. Можно заменить на любую вам любимую зелень. Редиску нарезаем на тонкие слайсы и мелко рубим зелень. Все это выкладываем сверху слоями. Еще немного соли и немного соуса. Добавим черный перец и подаем с хлебными тостами. Это просто невероятно вкусно и намного дешевле, чем в ресторане. Напишите, пожалуйста, в комментариях, любите ли вы рыбное карпаччо. Лично я могу есть его вечно. Подписывайтесь на канал, если вам нравятся мои рецепты. Вам не сложно, а мне приятно.